нас с российскими железными дорогами, можно сказать, общий взгляд и очень много общих проектов. И в уходящем году, который для нас стал исключительно успешным, мы, наверное, реализовали самый наш масштабный проект последних лет. Это организация скоростного железнодорожного сообщения между городами Хельсинки и Санкт-Петербург с использованием современных поездов «Аллегро». Надо сказать, что этот проект превзошел наши прогнозы, и благодаря доверию наших клиентов, наших пассажиров, мы существенно превысили плановые показатели по объему перевозок. И прогноз на следующий год также весьма позитивный. В ближайших наших планах это реализация тоже весьма интересного и, можно сказать, инновационного проекта. Это организация контейнерных перевозок между Финляндией и Россией с использованием как финского подвижного состава, так в ближайшей перспективе и специализированного подвижного состава российских железных дорог. Также мы начинаем и, в общем-то, уже реализовываем проекты в сфере строительства и проектирования. Мы предлагаем российским железным дорогам свои наработки, ноу-хау в сфере содержания пути для скоростного сообщения, различные иные технологии, также связанные с организацией скоростных пассажирских перевозок. Таким новым направлением для нас становится подготовка и переподготовка руководящих кадров финских железных дорог на базе российских транспортных вузов. Уровень образовательных учреждений транспортных в России, он очень высок, потому что, ну, исторически все-таки российский железнодорожный транспорт был авангардным и передовым, и с точки зрения технологии организации перевозочного процесса. Я думаю, что нам есть чему поучиться у коллег. Но также мы предлагаем и свои знания, и группы слушателей, из как студентов, так и уже, можно сказать, руководителей российских дорог среднего звена, они также будут проходить подготовку на финских дорогах. Ну, вот в последнее время мне говорят, что нужно обмениваться активно знаниями, опытом. Вот от этой конференции чего вы ждете? Ну, вы знаете, сейчас действительно российские дороги проходят вот очень, наверное, самый сложный этап реформирования, когда вот на рынке действительно появилось реальное многообразие собственников. Для нас это очень важно, какой будет вектор развития российских дорог, нашего основного партнера на международной арене. От этого и наши планы будут тоже зависеть, поэтому нам очень интересно следить за тем диалогом, который состоится на конференции. Ждете ли вы вторую волну кризиса, так называемую, и какие меры вы готовы принимать? Ну, вы знаете, конечно, все признаки, скажем так, рецессии, наверное, налицо, вот, но нас даже, знаете, не столько волновал этот аспект, а то, что будут так же, как и на российских дорогах, на финских дорогах тоже своя реформа проходит, и рынок открывается для конкуренции, и наша компания уже в течение нескольких лет занимается оптимизацией своей деятельности, исключением дублирующих функций, оптимизацией структуры управления, сокращением расходов за счет применения инновационных технологий, современной техники. Поэтому мы, как будет кризис или не будет кризис, мы готовимся. Мы стараемся подготовить нашу компанию к любым ударам судьбы.